Мы пришли в пиццерию Пипино, это одна из самых лучших пиццерий в Амстердаме. Итак, мы покушали в Пипино, и эта пиццерия нас действительно удивила. Тут очень особый сыр моцарелла. Обязательно попробуйте его. И тоже в самой пицце он тоже очень отличается от других. На самом деле в этой пиццерии действительно чувствуется вот эта вот итальянская изюминка. Все официанты, естественно, итальянцы, да, в отличие от многих других пиццерий в Амстердаме. Это не турки, не другие какие-то национальности, это вот коренные итальянцы держат эту пиццу и все готовят. Пицца выглядит на очень тоненьком, таком правильно поддержанном. Правильно поджаренном тесте. Ну, в общем, пиццерия очень хороша, рекомендую вам ее попробовать. Обязательно приходите. Счет совсем небольшой. Мы наелись на 22 евро на двоих. То есть очень даже здорово. Вечер, улица, канал и пиццерия. Что может быть лучше?